Привет, я Септи. Честно, не знаю, почему так много людей просят меня показать, как я рисую волосы. Сделать туториал или тип того. Я не умею их делать, так что просто покажу вам, как я их рисую. Надеюсь, те, кто этого ждал, порадуются. Ну так вот, возьмем в пример вот этот кадр из ДК. Рисую я волосы, как правило, долго и без контура. Когда я все закрасил, приступаю к рисованию прядей волос. Но сначала надо нарисовать волосики, а потом я беру тон потемнее. Потом просто с разной прозрачностью и тонкостью кисти херачу им эти самые волосы. Херачу до такой степени, пока они не будут выглядеть как волосы. Иногда делаю или заметные блики. В каких-то местах утемняю с помощью аэрографа, и выходит что-то такое. Для тех, кто ничего не понял, могу показать более подробно. Вот еще один пример. Ну вот, ничего нового я тут не скажу, но в принципе все. Надеюсь, кому-то эта информация была полезной. Но кто-то просил, значит, кому-то надо. Понравилось вам или нет, в любом случае, спасибо за просмотр.